Президентский проект социальной газификации оказался весьма актуальным для жителей Подмосковья. Реализация программы в регионе началась одной из первых в стране. Задачи 2021 года выполнены в полном объеме. Всего было газифицировано 1113 населенных пунктов и проложено 653 километра труб. Мы сейчас получаем большое количество благодарностей от людей, которые действительно не могли получить газ, хотя он был вот так рядом и так необходим. Очень актуально. И сейчас уже более 2000 семей получили этот газ, сейчас пользуются с ним. Одинцовский округ вошел в тройку лидеров среди муниципалитетов по количеству обеспеченных газом жителей. Всего в округе газифицировано около 700 домовладений в 54 населенных пунктах. Счастливыми обладателями голубого топлива в рамках программы стала и семья Ерофеевых из Жаворонков. После подачи заявки прошло полтора месяца, и в доме появился газ. Мы хотим сказать огромное спасибо. И это вот спасибо, это не просто понятие, это очень емкое слово. Потому что, чтобы оно вот искренне прозвучало, за этим стоит забота о наших людях. За этим стоит профессионализм специалистов. Мы очень благодарим за такие программы, и наша семья просто счастлива. В 2022 году объемы выполнения программы будут увеличиваться ежемесячно. Однако в Мособлгазе готовы к выполнению таких задач. Более 1700 сотрудников сегодня ежедневно трудятся только на президентский проект. Это 340 бригад, 430 единиц техники. И работы одновременно ведутся более чем в 250 населенных пунктах. Это только строительные работы. А параллельно еще завершается проектирование всего 2022 года. До конца 2022 года в Одинцовском округе планируется газифицировать более 12 тысяч домов. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».